В городском округе Люберцы с каждым днем растет уровень заболевших вирусом COVID-19. В общественных местах усиливают профилактические меры. Соблюдение масочного режима в одном из крупных торговых центров проверил глава округа Владимир Ружицкий. На входе в магазин обязательная термометрия. Если у покупателя зафиксировали повышенную температуру, в торговый зал его не пускают. Без маски вход тоже воспрещен. Некоторые соблюдают, некоторые нет. Перчатки большинство, ну, не все берут, но маски, да. То есть температуру мерят. На нашу маску, видите, чтобы защитить себя и не заразить других, если вдруг... В торговом центре уже традиционная программа. Каждые 2 часа санитарная обработка всех поверхностей. Поручни эскалатора, ручки тележек, автоматы с едой и кофе. К сотрудникам торгового зала повышенное внимание. Каждый сотрудник, который приходит на работу у нас... Мы у него замеряем температуру тоже 2 раза в день, для того, чтобы убедиться и отслеживать его здоровье в течение работы. В этом торговом комплексе работают 500 человек. Большинство из них в тесном контакте с покупателями. Поэтому 91% сотрудников сделали прививку от коронавирусной инфекции. Шутить с вирусом – это, будем говорить, такая, как говорят, русская рулетка. А лучше не шутить. Заниматься собой, защищать себя, вакцинироваться. Нужно думать о себе, о вакцинации и от гриппа, и от вируса. Смотришь, мы пройдем этот период без болезней и, как говорят военные, без потерь, что очень важно. Вакцинация от вируса COVID-19 и гриппа продолжается. Делают прививку в поликлиниках округа и в мобильных пунктах. Записаться на прием можно на сайте госуслуг, либо пройти по живой очереди. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.